Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stick War Legacy. Так, миссия, еженедельные уровни, 4. Вау. Давненько я не заходил, видимо, в игру. Ну-ка посмотрим, где мы остановились. Ага. Так, вот у нас свеженькие. Подожди, а почему? А, эти я уже, наверное, не смогу поиграть. Открыть за 100 кристаллов. Да. И так можно любую, что ли, миссию открывать, да? Ну-ка. Ну да. Ну что же, 187-я миссия у нас на подходе. Давай-ка посмотрим, что у нас тут. В плане, только лишь лучники? Вы серьезно? Ну давай сделаем так. И, наверное... Давай к скорости добычи. Ну, типа я готов. Типа я готов уничтожить статую врага одними лучниками. Это вообще хоть реально сделать? Я что-то сомневаюсь. Да, я очень сильно сомневаюсь, но тем не менее. Что там? Кучу из хир. Оу. А у меня лучники-то смотри какие. Так, это, видимо, особый лучник какой-то ко мне подошел. Вот, потому что тут идут обычные. Вы серьезно? Вы хотите... Погоди. А как вы себе это представляете? Я что-то не понял. Не, серьезно, я не понял. Я не врубил. А как мы тут будем, извини меня... Так, ну-ка пойдем по матрешкам быстренько. Сейчас посмотрим, как у меня здесь будут вести обстрел. Слушай, так это бесконечно будет. Здесь что-то, друзья, не то. Здесь что-то не то. Как я тут должен им проходить? Вот какой меня вопрос интересует. Давай, 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 стоим, стоим насмерть. Ладно, с лучниками, с этими, ой, с мечниками мы хотя бы разбираемся. Давай-ка я попробую, наверное, напасть на них. Ух, глупо, наверное, да? Сейчас проверим. Сейчас немножко статую ему повредим. Отступаем. Нифига тут нас прижучили, я тебе скажу. Нет, ну так дело не пойдет, конечно же. Этот лучник, конечно, хороший, я ничего не могу сказать. Понимаешь, дело в том, что если он опять будет вызывать капитонов, а они меня расколбасят. Капитоны меня просто сотрут в порошок. Я буду потихонечку на них нападать, чтобы они здесь не стояли. Понимаешь, да? Давай, 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 быстрее бегите. Ты куда пошел, дурачок? Блин, заколбасят сейчас его. Жаль. Жаль, значит, у меня был перебор. И этот туда же идет, да? А, нет, этот сюда. Ладушки. Они тут как тут, уже стоят, уже ждут. Вот так и будем их туда-сюда гонять пока. Да, армию из 50 сделать и все. Просто их расколбасить. Единственная проблема, что у нас... Золото заканчивается. Опа. Он все-таки, друзья, сделал еще одного копейщика. Двоих убрали. Нормально. Двоих мы уничтожили. То есть это был лучник и это был мечник.
Сейчас мы с ними тут потихоньку будем разбираться. Че ж так долго-то это? Может быть, напасть? Уничтожить ему статую издалека. Давай, давай, ну... Хотя бы будем по статуе бомбить ему. Так, отойдем. Да, у меня очень много подранков. У меня есть только лишь улучшение для лучников, да, получается, для мечников. Ну и... Опа! А, он стоит, я уже думал, они побежали на меня. Я, наверное, все-таки, ребят, решу бомбануть их сейчас. Так. Ёк-макарёк, ты видел, что там? Давай, родные мои. Самого главного злодея бомбите. Так, маг кислых щей там, да? Сейчас ему достанется. Я побежал. Я побежал, друзья, заваливать башню. Пока он тут свою армию опять не наплодил. Че, отступать уже некуда, да, ребята? Отступать уже некуда вам, я смотрю. Все получите у меня. Все до единого. О, да. Слушай, а на самом деле я думал, что мы все-таки проиграем в самом начале, но видишь, кое-как выкрутились. Ну что, здесь мы прошли, давай двигаться дальше. Три баррикады какие-то будут у нас, стартовый капитал 1000 голды. Так, голда защищена баррикадами. Понятно, короче. Опа. 6 улучшений. Так, попробуем сделать великана и... Вот так. Уничтожить статую врага. Фига, тут сразу лучников сколько надавали. Давай уничтожать баррикады. Так, у него там капитон вылез. Значит, мне нужно, если капитон у него вылез. Блин, слушай, ну у него капитоны-то мощные. Так, стоим на защите. Давай, 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 давай. Где мои мечники-то? Вон они. Кто кого, что ли, тут задамажит, я не понимаю. Смотри, что происходит. Так, ну мы вроде бы как... Да, мы их редки-то сократили. Пойду-ка я, наверное, буду их контролировать вот здесь, вот на этой территории. Манал я тут, чтобы они еще плодились. Не позволю я этого им. У меня всего лишь 2 шахтера. Ёк-макарёк. Ну, мечники, я смотрю, у него как бы обычные, да? Или нет? Непонятно, какие-то странные мечники. Так, золотишко есть, поэтому... Еще пару добычков сделаем. Ну, Так,
так, так, так, эть. Как у него дофига далеко лучник-то стреляет, нифига. Так, ну с лучниками, я думаю, что, наверное, достаточно будет. Потом, кто у меня прокачанный? Мы прокачали своего великана. Соответственно, нам нужно хотя бы, чтобы один великан у нас был. И, естественно, не допускать врагов вот к этим вот рудникам. Вот к этим вот. Будем желательно их держать на подконтроле. Сейчас они только подбегают, мы сразу же по ним стрельбу. Круто, круто. Блин, одного лучника у меня все-таки ушатали. Давай, давай, выходите. Сейчас вам достанется здесь по полной программе. Да что так долго идет это накопление-то, блин, я не понимаю. Что еще одного мечника, да, запинали? Ушлепки. Ну вот, как раз два... Да, блин, я не то вызвал. Стоят там, улыбятся. А вот и великан у меня появился. Блин, великан бы, конечно, какую-нибудь суперскую броню бы. Еще одного мечника ушатали. Великан бы какую-нибудь броню суперскую, да? То он, это вообще одна из самых начальных броник идет. Так, вот теперь думаю, может быть, еще одного великана взять все-таки. Я думаю, что надо будет еще одного великана взять. Пускай у нас будет два их, да? Два великана. Там непонятно, сколько у нас лучников. Но не так уж много, на самом деле, уже. Но лишними все равно они не будут. Лишними не будут. Так, второй великан. И, наверное, сделать еще капитонов. Или магов. Пару магов и пару капитонов. Так что ли сделать? Так-то враба надо вальнуть. Ну, ты собирает он тут, понимаешь, и золотишко. Тырит он. Дотырился. Как раз сейчас выйдут под обстрел, под мой. А, хорошо мы их, да? Будет знать. Шантропа болотная. И опять они попадают в ловушку в мою. Ну, чутка, чутка не хватило, а? Ну давайте еще одного мага, и будет все нормально. Есть. Хотя, по большому счету, маг, как бы, ну, если брать, он не нужен. Вот лучше, наверное, великана все-таки вызывать еще одного. Да, я, наверное, еще одного великана. Потому что маг у нас не прокачан, от него толку мало. А вот великан у нас прокачанный. Нифига, сейчас такой... Выстрел просто чувака нахлобучили на раз-два. Ну что, третий великан. И остальное я просто спускаю на мечников. Нет, на лучников. Нет, все-таки на мечников. И все, ребята, я пойду в атаку. Ну и дай бог, чтобы мы тут выиграли, победили. Ага, лучник да выпендривался. Попробуем. Сейчас подкрепление выйдет у него. Ну и в чем подкрепление? И все? Капитонов позвал в подкрепление, прикинь? Но этим нас не напугать, если честно.
Да, тотальное истребление. Вот так вот, друзья. Виктори. Ну что, переходим на 189-ю миссию. Стартовый капитал 1500 монет. Атака начнется через 2 минуты. Будем воевать против нежити. Твою налево. Ну, наверное, здесь понадобятся лучники. Блин, против нежити, а? Не знаю, за 2 минуты, блин, все это пережить ночь. Сколько мне дали? 2 всего. Твою налево. Так, мне дали... Это что у нас? Я не помню, ребят. Я вот знаю, что нежить-то здесь вон кто. То есть лучники-то вообще как бы здесь, ну, не актуальны. Твою налево. Ночь не актуальна. Ой, ночь. Лучники не актуальны здесь против этих дохлых спартанцев. Плюс они, наверное, будут умирать, и, как всегда, воскрешаться будут зомби, да? Слушай, а у меня не прокачан еще к тому же. Смотри, 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 что они делают. Они почему-то толкаются. Ё-моё, там еще и здоровый. Блин, да что ж такое-то? Ну ты посмотри, что это вытворяет, а? Знал бы, я бы, конечно, по-другому немножко сделал бы. И прокачивал бы кое-кого другого. Главный, блин, нежить. Лучники, почему так медленно бомбите, а? По нему. Он еще и отхиливается, прикинь. Что? Ух. Да блин, да запинайте вы этого говнюка, блин, а? Да неужели? И все? Я-то думал, здесь будет покруче. Ладно, отлично. Так, друзья, остается лишь 190-я миссия. Вот это вот. Амбуш от Sunset. Копейщики. Генерал какой-то опять же здесь будет. Интересно посмотреть. Хм. Ну давай улучшим лучников. И это все, на что мне, что мне хватило на лучников. Так, пережить атаку на закате.
А теперь уходим. Давай, 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 родные мои. Yeah. А теперь главаря. Просто запинали этого главаря. Не дали ему ни шанса. А знаешь что, давай-ка попробуем вот этот вот уровень пройти на харде. И здесь я прокачаю вот так вот. По фулке прокачаем своих мечников. Воу-воу-воу-воу-воу, да мы их вообще тут рвем, прикинь. Тут, наверное, можно и на харде поиграть. Есть. Молодцы мечники. Слушай, нам чуть-чуть не хватает, чтобы ящик получить. Так, давай-ка я все-таки попробую на инсайт пройти, на невозможном. Вдруг все-таки прокатит, получится у нас. Заодно сундук получим.
Конкретненько все идет. Выходим. Давай, 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 главаря. Фига мы его там откидываем. Слушай, ребят, ну он... Он очень сложный, посмотри. Все, запинали. На невозможном уничтожили мы его. И сундук, кстати, у нас будет. Так, друзья, ну что? Будем ли мы пробовать другие уровни проходить? Давай здесь попробуем. Так, а я забыл, что здесь у нас. Нежить, да, по-моему? Здесь у нас нежить. Попробуем пережить. Точно нежить? Да, нежить. Бежит. Что, еще одну дают мне? О, слушай, спасибо. Ну, я так понимаю, эти сейчас ребята здесь будут тяжелыми. Так, а в тот раз мы... А, мы еще лучников делали. Но я думаю, что мечники все-таки будут покруче. Хотелось бы в это верить. Посмотрим, как мы будем их кромсать. Слава богу, они хотя бы не воскрешаются. Вот она, их главарь там идет. Сейчас все решится. Сейчас посмотрим, как они будут наносить урон по ним. Да. Я думал, что будем пошустрее их разбирать. А этот-то что не атакует? Странный чувак. Так, ребят, тут главное главаря зачекрыжить. Потому что сейчас еще побегут эти. Ты понимаешь, да, парковое? Плевуны, или как их там звать? Бегуны, плевуны. Так мы его будем толкать до самых этих, что ли? До самых, до окраин. Вот. А вот, друзья мои, вот эти вот зомби-плевуны. Ну, я тебе скажу, очень даже неплохо мы справились. Есть. Победили мы? Вот так вот, друзья. Ну что, друзья, давайте-ка мы, наверное, с вами откроем наш сундук, который мы честно заработали сегодня. Где он только? Вот найти, вот здесь. Ну-ка, блин, не то. Вот он. Вот он, родненький мой. Открыть. Блин, чтобы шмотка мне выпала, а? Опа, погоди-ка. Ну это же есть, поэтому мне и дали 125 кристаллов. Близко. Слушай, а зачем мне вообще гемы? Что за гемы могу делать? Оболочки только прокачивать, да? 1500. Тю-тю-тю. А что у вас? Ну у нас тут сразу нам повезло, у нас фул меч выпал. Да, здесь, конечно, фигня. Колдуны вообще какие-то, я не знаю. Вот, самый непрокачанный это у нас маг и великан. Маг и великан, да, в тряпках каких-то бегают. 10 сундуков за 450 рублей. Жалко, здесь больше вот ничего нельзя, да, за самоцветы. Ой, не надо мне это. Хотелось бы, конечно, чтобы можно было бы тратить их. Было бы намного приятнее и лучше. А, вот что мы можем за гемы брать.
Нет, я не буду их тратить. Прибережем их на лучшие времена. Ну что, друзья мои, на этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!